сейчас стало известно о том, что Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Российской Федерацией. Напомним, что данный процесс набрал обороты во время президентства Петра Порошенко. В настоящее время Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении документов. Отметим, что к последним утратившим силу соглашениям относятся договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, действие которого прекратилось 1 апреля 2019 года по инициативе Киева, и межправительственное соглашение 1995 года об обмене правовой информацией, прекратившее действие по решению украинского Кабмина 6 февраля.